круг Г прямо направлен на экстрасенсорные способности. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. Люди, в чьих именах имеется буква Г, любят рисковать и искать нестандартные пути. Они способны с легкостью начать любое дело, но иногда падают духом, отходят в сторону и пускают все на самотек. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Окружение уважает их за искренность, энтузиазм, ум и полную самоотдачу во всем, что они делают. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Они любят делать других людей счастливыми. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное Ф. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.